Декоративная капуста. Эта необычная капуста получает все больше распространения среди цветоводов. Разнообразная окраска огромных цветов привлекает дизайнеров. Декоративная капуста не боится холода и украшает сад до самого снега. Она легко выращивается, не капризна, и для новичков она просто находка. Растет декоративная капуста 2 года. В первый год вырастает розетка листьев, а на второй выпускает цветонос и образует семена. Растения поражают разнообразием по высоте от 20 см до 130 см. Окраски листьев бывают белые, зеленые, розовые, сиреневые и различные их сочетания. Их форме, форме края листа, рассеченные или кудрявые. Декоративной капустой очень легко украсить любой участок. Просто посадить несколько растений рядом. Если немного проявить фантазию, то можно создать клумбы из одной капусты или посадить ее с другими цветами. Цветет капуста долго, с июля до конца октября. Декоративность проявляется с начала осени. Ей не страшны морозы больше минус 10. Спокойно переносит пересадку. А если решите пересадить ее в другое место, то просто выкопайте с комом земли, можно и не один раз. Главное потом хорошо полить. Это очень удобно, не обязательно высаживать ее в мае на постоянное место, ведь капуста становится декоративной только в августе. Пусть растет до этого времени в тихом уголке. А в подходящее время можно украсить клумбы нарядной капустой. Выращивают капусту через рассаду. Посев начинается с середины марта по апрель. Для выращивания хорошей рассады нужен особый температурный режим. Первую неделю после всходов держать растение при температуре 8-10 градусов с плюсом. Потом рассада растет при плюс 14-18, выше нежелательно. Посев проводят в любые емкости, высотой около 15 см. Земля нужна рыхлая, плодородная, не кислая. Смешиваем дерновую землю и перегной, или огородную и торф. Семена у капусты довольно крупные. Раскладываем их на влажную почву рядками по одному. Расстояние примерно по 3 см между рядами и между растениями тоже. Потом засыпаем слоем зелей, примерно в 1,5 см, и обильно поливаем. Всходы появляются довольно быстро, примерно на 4-5 день. Когда у росточка развернутся хорошие семидоли, рассаживаем их пореже, по схеме 6х6 или в кассеты, чтобы при высаживании на улицу у каждого корешка сохранился свой ком земли. Капуста любит воду, но рассада может заболеть черной ножкой при излишней влаге. Поливать лучше не часто, довольно сбрызгивать рассаду. Такое холодостойкое растение можно вырастить посевом на участок. Как земля позволит зайти в огород в апреле, сеем семена прямо в землю. Устраиваем маленький парничок, на дуге укрываем материал или пленку. В теплые дни укрытие убираем. Способ подходит для тех, кто живет постоянно на своем участке, чтобы вовремя открывать и закрывать рассаду. Всю свою красоту декоративная капуста проявляет на солнечных местах. В полутени окраска получается неяркая. Высаживают капусту в клумбы в середине мая с 4-5 листочками. Главный уход за этим цветком – это полив. Чтобы уменьшить эту тяжелую работу, землю нужно мульчировать. Сено, трава, щепа – все это поможет сохранить влагу в земле и не даст сорнякам расти. Поддерживайте землю в рыхлом состоянии. В сильную жару лучше поливать капусту каждый день. В начале активного роста листьев, в июне, подкормите капусту настоем коровика. Да и потом несколько раз за лето можно полить удобрением. Декоративная капуста набирает популярность среди садоводов. Вырастить ее легко,
да и уход несложно. Украшайте свои клумбы этими роскошными и неповторимыми розами. Пусть они радуют вас до самого снега. Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.